Так, дайте знать, есть ли картинка и звук, и начнем. Ага, спасибо. Давайте присядем и начнем с небольшой настройки. Почувствуйте свою позу. Желательно сидеть с прямой спинкой. Просто сделаем ее неподвижной и минутку посидим в тишине. Настроимся на свои ощущения. Почувствуйте свое тело, мышцы в теле, тяжелый низ, легкий верх, позвоночник. Почувствуйте дыхание. Почувствуйте различные ощущения по телу. Определите свое состояние сейчас, психический статус. В каком состоянии сейчас находитесь? В инертном, тревожном, возбужденном, разрозненном, таким разболтанным таким, или собранным, тихим таким, сфокусированным, однонаправленным. Или что-то еще. Вот какая сейчас эмоция есть. Можно спросить себя, что я сейчас чувствую. Или как я себя сейчас чувствую. Хорошо. Давайте сделаем глубокий вдох. Длинный выдох. Вдох. Выдох. Со вдохом мы вырастаем макушечкой вверх. С выдохом стекаем к точке опоры. Вот. И начнем первое, с чего мы начнем, это то, о чем я написал. Ритмичные махи. Наткнулся в сетях у коллег по цигуну, в частности, у моей подруги, я увидел, что там волшебные ритмичные махи у них на занятии будет. Я поинтересовался, что это такое. Оказалось, что то, что мы сейчас будем делать, это прямо там есть, я напишу сегодня в комментариях, учитель. Ну, все напишу сейчас, давайте меньше слов, мы будем просто делать. И пользу, опять же, пользу определяют как, надо как-то исследовать, но напишу то, что за что купил, за что и за то и продам. Вот. Но я на себе попробовал, мне эффект понравился. Вот сейчас мы на чистый лист, давайте, поза у нас стандартная, стопы параллельно, арочки стоп чувствуем, большой, растопырили пальцы, зацепились всеми пальцами, большой мизинец оттопырили, пятку почувствовали, распределили вес по всей стопе, арочка как будто на двух мячиках, арочка стопы как на двух мячиках стоим. Дальше идем к коленям. Колени мягкие. Таз. Таз, если у вас, если вы знаете, что нет плоскости уплощения поясницы, а как это определить? Определить это можно только снимками, точно определить. Но примерно определить можно, встав у стенки, вот как мы делали упражнение вот это вот у стенки, и просунув ладошку. Если ладошка не просовывается, значит, ну, примерно у вас уплощение. Если кулак целый просовывается, то гиперлордоз. Ну, это примерно, я думаю, что каждый знает. Если уплощенная спина, то мы копчик не подкручиваем еще вниз, еще больше плоским делаем.
Если спина в норме или гиперлордоз, то мы чуть-чуть копчик-то подкручиваем и выстраиваем позвоночник вверх. Плечики раскрыли в стороны, руки висят, вот можно ими потрясти чуть-чуть, висят. И макушка смотрит в бесконечность неба, из макушки лучше внимание вверх. Вот, прямую линию сделали. Таз, грудная клетка, позвоночник. Давайте, три дыхания настроечных. Сейчас, секунду. Три настроечных дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Вырастаем макушкой вверх. Выдох. Кончик языка держим на верхнем небе. Вдох. Выдох. Сейчас расскажу технику. Она простая. Мы сразу будем делать. И будем делать ее ритмично, монотонно, в медитативном состоянии. То есть мы будем наблюдать, что происходит. Ну, примерно 5 минут я засекаю время. Рекомендую ее делать 5-10 минут, несколько раз в день, каждый день и так далее. Но я за разнообразие движений, поэтому мы это включаем просто в комплекс, как одно из движения. И понаблюдайте, насколько это приятно двигаться. Да? Чем разнообразнее движения мы делаем на занятиях, в жизни, тем более развитый наш мозг и двигательный аппарат. Смотрите, поднимаем руки на уровень плеч и бросаем. Раз, два, три, четыре. На пятый раз мы два раза приседаем. Раз, два. Раз, два. Давайте. Три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Время идет уже. Два, три, четыре, пять. Раз, два. Расслабляем кисти. Четыре, пять. Все, расслабляем. Раз. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Под приседы. Раз, два приседа. Два, три, четыре, пять. Глубина индивидуально, но можно поглубже. Четыре, пять. Раз, два, три, 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 четыре, пять. Раз, два. Спинка прямая. Три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Можно закрыть глаза. Пять. Раз, два, три,
четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, еще минута. Четыре, пять. Раз, два, три, 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 четыре, два приседания. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Руки как будто удлиняются. Три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Отпустили все. Наблюдаем за эффектом. Почувствуйте, что поменялось, как вот это простейшее, наверное, самое простое упражнение из практики цигун, как оно повлияло на состояние тела, ощущений, эмоций, чувств. Хорошо. Я думаю, интересное ощущение. И немножечко продолжим эти махи. Теперь уже в таком режиме с ротацией тела, с ротацией позвоночника. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь круговые движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Отпустили все. Почувствовали. Так, пальчики хочется размять. Давайте, пять, пальчики. Начнем с быстрой разминки, такой достаточно быстрой. Сжали, разжали, сжали, разжали, сжали, разжали. Пальцы растопырили. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, четыре, пять, шесть по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сбросили. Ага, теперь когти сделали. Вверх, вниз, вверх, вниз. Кокоточками. Вверх, вниз, вверх, вниз. Клюем вниз. Клюем, 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 клюем. Вверх. Раз, два, шесть. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Три, четыре, пять, шесть. Тряхнули. Почувствовали кисти. Понаблюдайте, как энергия пошла через руки. Вот сюда в сердце, в голову. Ага. Стряхиваем. Стряхиваем лишнее. Большой палец внутрь. Кулаки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. По кругу. В другую сторону. Стряхнули. Стряхнули. Все тело стряхиваем. Хорошо.
Остановились. Правое ухо вверх. Ладошку правую на поясницу, левую на голову. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Левое ухо вверх. Левую ладошку на поясницу, правая сверху на голову положили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Опустили. Повороты вправо-влево. Вперед назад, отвели, привели. Хорошо. Круговые движения в одну сторону. Медленно. Медленно. Чувствуем каждую линию натяжения. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Раскрыли ладошки, прогнулись. Вдох. Выдох. Потянулись вперед, скруглили спинку. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Руки накрыли тазом. Круговые движения. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Из таза скручивающее движение. И также у нас ритмичные покручивания. Скручивание ритмичное. Руки опускаем. Весь позвоночник у нас работает. То есть первый вариант – это мы заглядываем за спину. Назад. Второй вариант. Фиксируем голову прямо. Взгляд прямо. Зафиксировали, смотрим прямо.
Хорошо, остановились. Почувствовали разницу до и после. Теперь нам ножку нужно раскачивать. Ритмичные махи ногой. Правой ножкой. Раз. Мы будем это делать с дыханием. Дыхание пхастрика. И с руками. Хорошо. Остановились. Пхастрика. Кузнечные меха. Активное дыхание, активный вдох, выдох. Вторую ножку. Покачали. И с руками. Хорошо. Остановились. Пяточками в ягодицы постучали. Пробуем. Я знаю, не у всех попадает, но пробуем. Угу. Ножку правую, стопа вверх-вниз. На левой ноге стоим. Вверх-вниз. По кругу, в одну сторону, в другую сторону. Стряхнули, натянули вот таким образом, постучали. Вторая. На себя, вот себя. По кругу, в другую сторону. Стряхнули, натянули, постучали. Хорошо. Все, встряхнули. Давайте пяточками постучим по полу. Остановились. И сейчас будем делать практику Сурья Намаскар. Каждый выдох Удьяна. Давайте попробую вот так, чтобы наглядно было. Каждый выдох Удьяна Банха. Вот. Начинаем с движения рук. Ладошки перед грудью. Руки через стороны вверх. Мягкий прогиб. Ой, да. Ладошки на бедра. Тянули живот. Обратите внимание, что подбородок на грудную клетку идет. Джалатхара Банха. Горловой замок. И в промежности мышцы тоже поджимаем. Мула Банха. То есть мула, удьяна, джалатхара. Три замка мы замыкаем. Вдох. Три замка, три. Тройной замок. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь с наклоном вдох. Выдох. Кинули живот. Подняли вдох. Выдох. Кинули живот. Поднялись вдох.
Ой, да. Скинули живот. Поднялись, да. Выдох. Скинули живот. Правой ногой отошли. Назад. Вдох. Ручки вверх. Задняя нога прямая. Выдох. Планка. Тянули живот. Вдох. Опустились на 8 точек. Выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правая нога вперед. Вдох. Выдох. Наклон. Тянули живот. Руки через стороны вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Тянули живот. Левая нога назад. Вдох. Вверх Бадрасана. Выдох. Планка. Тянули живот. Вдох. Опускаемся. 8 точек в пол. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули живот. Левая нога вперед. Вдох. Выдох. Наклон. Тянули. Руки через стороны вверх. Выдох. Подножки. Вдох. Тянули живот. Руки через стороны. Вдох. Выдох. Наклон. Тянули живот. Правой ногой отшагнули, вдох. Выдох, остались тут. Замочек толкнули вверх, вдох. Назад. Таз ниже, выдох. Хорошо. Локоть за колено. Правый локоть, вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Развернулись хорошенько. Можно попробовать ручку поднять. Одну опустить, другую поднять. Вдох. И над головой. Выдох. Хорошо. Меняем руки. Пятку заднюю в пол. Вдох. Рука вверх. Выдох над головой. Вдох. Хорошо. Выдох. Планка. Вдох. Выдох. На правой руке вдох. За голову выдох над головой. Вдох. Таз вниз. Выдох. Правый бок натянули. Вдох. Выдох. Планка. На левую руку вдох. За голову, над головой выдох. Таз выше, вдох. Таз вниз. Выдох. Левый бок натянули. Вдох. Вытянули бочок. Выдох. Хорошо. Планка. Вдох. Согнули локти. Выдох. Четуранга, вдох. Выдох. Собака головой вниз, вдох. Четуранга, выдох. Собака головой вниз, вдох. Ой, собака головой вверх, выдох. Собака головой вверх, вдох. Четуранга, собака головой вниз. Выдох. Четуранга.
Собака головой. Вниз, выдох. Чатуранга. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Хорошо, колени в пол, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Собака головой вниз, выдох. Дышим, вдох. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Выдох. Согнули колено, развернули таз. Вдох. Посмотрели вперед. Еще выше колено. Выдох. Посмотрели над левым плечом. Вдох. Натянули правый бок. Попробовали ручку оторвать правую. И встать на правую носочек ноги. Прогиб. Вдох. Сели. Выдох. Далее прогиб. Вдох. Левая нога прямая, правая согнута. Выдох. Вдох. Вернулись. Выдох. Хорошо. Правая нога вверх. Вдох. Шагнули вперед. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон. Две ножки вместе. Выдох. Тянули живот. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Тянули. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох. Наклон. Выдох. Левая нога назад. Вдох. Замочек, выдох. Замок как не в первый раз, а наоборот. Перекрест. Вдох. Потянулись назад. Выдох. Хорошо. Левый локоть за колено. Вдох. Выдох. Вдох. Левая рука вниз, правая. Выдох. Головой рука. Вдох. Выдох. Вдох. Поменяли руки. Пятка в пол. Правая рука вниз, левая. Над головой. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Планки. Вдох. Выдох. Левая рука вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Правая рука вверх. Вдох. Выдох. Усложняем левый вверх. Вдох. Чатуранга. Выдох. Правая рука вверх. Вдох. Выпрямились. Чатуранга. Выдох. Вдох. Чатуранга. Выдох. Вдох. Чатуранга. Выдох. Еще раз. Левый вверх. Вдох. Чатуранга. Выдох. Правый вверх. Вдох. Чатуранга. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Левая нога вверх. Вдох. Выдох. Согнули колено. Ножку выше. Вдох. Посмотрели вперед. Выдох. Посмотрели на пятку. Вдох. Оторвали по возможности левую руку. И встали на носочек. Правая нога прямая. Левая на носочке. Вот видно. Вдох. Сели. Выдох. Вдох.
Левая согнута, надо выдох. 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 Левая ножка вверх, да? Шаг вперед. Выдох. Выдох. Руки вверх. Выдох. Наклон. Выдох. Через сторону вверх, да? Выдох. Тянули живот. Хорошо. Почувствуйте, что поменялось. Хорошо. 9 дыханий Уджайи. Уджайи. Комплекс Уджайи Вьяяма. Ручки развернули. Кончик языка наверх на небо. Вдох. На носочках пошли вверх. Выдох вниз. Вверх, вдох. Выдох. Вверх, вдох. Выдох. Кончик языка верхний небо. Дыхание Уджайи можно со звуком, внутренним звуком О, А. Со, Ха. Со на вдохе, хам на выдохе. Продолжаем вдох. Выдох. Прогиб, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки в сторону, вдох. Выдох. Вдох. Прогиб. Ладошки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Наблюдаем. Вдох, выдох. Хорошо. Сейчас сделаем 3 подхода. 3 подхода. Пранаяма сукшма вьяямы. Пранаяма сукшма вьяямы. Первый подход капалабхати, потом бхастрика. Задержка на вдохе, задержка на выдохе. И восстановление. Вот. Все буду диктовать. Давайте. Капалабхати раз в минуту. Ой, раз в секунду дышу. Бхастрика. Руки перед собой. Вдохнули. Не дышим, надули щеки, плечи вверх-вниз. Хорошо, да, вдох и 3 замка с наклоном и со звуком Х.
Отпустили живот. Ножки вместе. Руки через сторону вверх. Вдох. Дыхание уджая. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Капалабхати чуть-чуть побыстрее. Астрика. Разворачиваем плечи. Хорошо, выдохнули. Зажали ноздри. Вдохнули. Ртом. Надули щеки, сделали горловой замок, положили подбородок на грудную клетку, щеки надули, не дышим. Приседания. Отпускаем. Вдох. Агнисарадхауте. Втянули живот и двигаем животом вперед-назад. Отпустили. Ножки вместе. Вдох. Устанавливаем. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Наблюдаем за состоянием. Хорошо, третий подход. Капалабхати. Два раза в секунду. Хорошо. Хастрика животом. Выдохнули, вдохнули. Не дышим. Щеки надули, руки вверх-вниз.
Да, вдох, выдох, тройной замок. Отпустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще цикл очистительных дыханий. Руки через стороны вверх. Вдох и выдох трубочкой. Ритмично и с сопротивлением выдыхаем весь воздух постепенно. Вдох. И ритмично ступенчато опускаем руки. Ступенчатый выдох, ступенчатые руки опускаем. Вдох. Вдох. Хорошо, вдох, выдох. Можно глубокий вдох сделать, длинный выдох. Садимся. Колени и носочки ног чуть-чуть в стороны. Садимся как асану. Попробуем выпрямить тут спинку. Ручки в стороны. Вот так. И втягиваем живот после выдоха. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Хорошо. Заминка на одно дыхание. Каждое асана. Стол. Ладошки прямо. Вперед смотрят. Пальцы ног вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Уголок. Таз не опускаем вниз. Вдох. Выдох. Вдох. По два дыхания. Выдох. Стол. Вдох. Таз к пяткам. Плечевое вытягивание. Вдох. Потянули спинку. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Навасана. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Лодочка. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Пятки вниз, руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Легли. Замкнутая шавасана. Ножки перекрестили, руки перекрестили на животе. 9 втягиваний живота. Делаем вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Животом двигаем. Тянули живот. Вдох.
Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Все, отпустили, ножки разомкнули, руки разомкнули. 9 дыханий. Спокойных, медленных считаем. Дышим вдох, выдох, один. И так считаем. Расслабляемся. Каждый выдох, каждый вдох добавляем расслабление. На выдохе волна расслабления по телу. Хорошо, шевелим пальцами рук, ног. Подтягиваемся. Можно во все стороны ноги раздвинуть, руки раздвинуть, потянуться. Сделать вдох, вытяжение. Из центра туловища все конечности, голову, копчик вытянули. Выдох, расслабили. Ножки, ручки вверх встряхнули. Встряхиваем кисти и стопы. Кисти, стопы трясем. Тряска. Тряска, тряска. Хорошо. Трясем. Меняем частоту тряски. Более часто, менее. Остановились. Взяли себя под коленочки. Садимся. Садимся. И в качестве заминки еще буквально 2 минуты. Нади Шатхана Пранаяма. Вот такую мудру делаем. Мизинец перекрещен, с безымянным большой оттопырен. Большим пальцем зажимаем правую ноздрю, перекрестком зажимаем левую ноздрю. 2 ноздри, вдох. Выдох. Спинка прямая. Вдох, приготовили руки. Руку. Правую поджали, в левую ноздрю выдох. Внимание по левой части. Лево вдох. Пережали обе ноздри, не дышим. Справа выдох. Справа вдох. Не дышим. Слева выдох. Слева вдох. Не дышим. Справа выдох. Справа вдох. Не дышим. Слева выдох. Слева вдох.
Не дышим. Справа выдох. Справа вдох. Не дышим. Слева выдох. Теперь справа вдох. Не дышим. Слева выдох. Справа вдох. Не дышим. Слева выдох. Отпустили руки. Вдох. Выдох. Хорошо. Минута тишины наблюдаем. Мы сделали с вами сейчас нади шатхана пранаяма, попеременное дыхание, задержка дыхания на вдохе. И потом сурья пхедана. Справа налево подышали. Справа налево. Активировали солнечную энергию для нашего дня. В день нужно активно заходить. Вот. Если чувствуете вялость, правый ноздря вдох, левый выдох. Правый ноздря вдох, левый выдох. Сурья пхедана. Если слишком бодры, слишком возбуждения много, слева вдох, правый выдох. Слева вдох, правый выдох. Или левый ноздрь подышали. Ну и, соответственно, правый. То есть такой, какой канал мы активируем, то и справа солнце, слева луна. Пингала. Ида. Хорошо. Пожелаем счастья всем живым и чувствующим существам. Счастья, избавления от страданий. Поблагодарите себя, поблагодарите свое окружение, поблагодарите, найдите себя за что благодарить, что у вас есть ценного, здоровье, тело, какие-то вот вещи. Дом, там, крыша и прочее, прочее, все, что уже вроде как обесценено, что ну, есть и есть, оно всегда будет, да. Ну, мы любую ценность можем потерять в любой момент, поэтому повспоминайте, это тоже такая медитация, повспоминайте, что ценно, что мне важно, а что-то может быть не важно. Хорошо, благодарю. Следующие занятия я объявлю, будут, наверное, на следующей неделе. Если погода позволит, вот сейчас дожди идут, если погода позволит, я уеду на Ладогу. Хорошо. Все, спасибо вам, дорогие. Всем приятного дня. Ресурсного.